В одном из прошлых выпусков, мы тогда снимали этот эпизод в лесу, я рассказывал о различиях игры за Камикадзе. Вкратце сам сюжет игры. Главный злодей по имени Жак Ли Шифр решил поработить весь лес. И главный герой игры Белка Камикадзе, ниндзя, противостоит главному злодею игры, Жаку Ли Шифру. Собственно, что в этой игре интересно, да? Музыкальное сопровождение, стереозвук, отличие эпизодов, да, и качество графики. Графика на порядок лучше, чем на Sega Mega Drive. Тоже касается музыкального сопровождения. Некоторые элементы интерьера, графики и каких-то отдельных эффектов самой игры улучшены до минимума. Гораздо интереснее, чем на SNES. Геймплей мы на эту игру обязательно сделаем. Помимо Жака Ли Шифра, главного злодея, которого можно победить на 10-м этапе под названием Forest во втором эпизоде, поскольку каждый этап имеет по одному подэтапу. Есть злодей-клоун Эктор. В конце игры его надо победить на небольшом таком летающем космолете и спасти главную героиню игры, девушку-белку Бельчонка Камикадзе Зеро. Я сейчас продемонстрирую мануал, как он выглядит, потому что вряд ли кто-то его показывал вообще, поскольку игра достаточно редкая, и в Москве может быть там 5, может быть 10 коллекционеров, которые еще давно, до того, как цена на нее достаточно сильно поднялась, потому что игрушка в среднем стоит где-то 500-600 долларов в хорошем состоянии. В принципе, и в ментовом ее можно на eBay выловить, но очень сложно. Это касается сейчас в основном американских версий, поскольку паловская версия очень труднодоступна на сегодняшний день. То есть, чтобы ее найти, надо реально потратить прилично времени. На том же eBay или где-то по Москве купить у каких-нибудь коллекционеров. Если они, конечно, еще продадут ее. Вот, собственно, мануал. Мы видим Бельчонка Камикадзе. Далее у нас идет начальная заставка. Небольшая история, вкратце рассказывающая о сюжете игры. Красивые такие небольшие, как зарисовочки, да, с изображением Бельчонка. Управление, прыжки, джамп. Есть несколько моментов, да, то есть нончаки, спиннинг, когда белка крутится как колесо, как на удочке вы крутите леску, вот так же крутится и Бельчонок. Длинные затяжные прыжки, подкаты, ветвь сверху, вниз летишь, поднимаешься и всякие другие акробатические элементы, да. На четвертом эпизоде уровней есть такой момент, который называется тест-драйв. То есть нужно с уступа скалы спрыгнуть вниз, зажать определенную комбинацию кнопок на джойстике, пролететь вниз, сделать полуовальную петлю и подняться вверх. Белка летит быстро, и инерция ее поднимает вверх. То есть она пролетает, получается, и поднимается вверх. С левой стороны лежат всякие бонусы. Такие, как звездочки-сюрикены, которые использует Белка Камикадзе. Да? То есть, как бы, нончаки и прочее. А также монетки, которые придавляют энергию и прочее. Также есть жизни в виде буковки Z. Большая буква Z дает основную единицу одной энергии. Жизнь добавляет мороженое, прибавляет очки и прочие там атрибуты, которые есть на игре. Вот. Также есть очень интересный уровень на моторной лодочке такой, на таком моторном катере небольшом. Игра представляет из себя уровень, который движется постоянно слева направо. Там есть водовороты на уровне, в которые можно попасть на лодке, и просто вас засосет, вы погибнете. Мужчины бородатые, откуда-то взявшиеся в этой игрушке, непонятно, которые плывут на деревянном бревне и постоянно его крутят. Еще одно, так сказать, из препятствий, которое нужно будет девчонка преодолевать на небольшой моторной лодочке. Вот. На последней странице мы видим главных персонажей, врагов. Болдермен, Скреча, Фаербага, Жака Лишица и Квиксильвера. Вот. С которым тоже нужно будет сражаться. Единственное, здесь нету Эктора, злого клоуна, которого вы побеждаете в конце. В будущем мы сделаем геймплей на эту игру. Мануальчик я вам показал. Так выглядит коробочка. Так она выглядит сзади.
Коробочка, хочу отметить, именно от американской версии, вот, поскольку у меня их в коллекции аж три. Вот. В будущем, когда я буду делать передачу уже со всей коллекцией, объемной, то есть, да, там у меня будут полочки, все, я сделал огромный 45-минутный, наверное, обзор, а может быть даже на час, в котором можно будет посмотреть все мои коллекционные вещи, которые есть, собственно, у меня в коллекции. То, что я насобирал за 10, ну, я бы даже сказал, за 11 лет. Я начал с 2006 года собирать все эти вещи. Вот, это и Super Nintendo, и NES, и Turbograf, Amiga CD32, Philips CD-i, Nintendo 64 и прочее, прочее, прочее. Вот. Всего около где-то 10-12 консолей. На этом мы пока заканчиваем. И, собственно, переходим к роликам по геймплею. Уважаемые друзья, краткий геймплей, обзор на игру Zero Kamikaze Squirrel на величайшей приставке всех времен и народов Super Nintendo! Совершенно игровая система! Ура, товарищи! Едем дальше. Мы видим заставку интро, на которой изображен наш любимый бельчонок Камикадзе, который получил телеграмму от товарища, лысого такого с бакенбардами и красным носом, товарища Эктора. От интро переходим к заставке, к титульному экрану начальному. Первое отличие, обратите внимание, большая буква Z с левой стороны, в нижнем углу нарисован такой беловато-сероватый туман. В версии Sega Genesis он синего цвета. Теперь переходим в меню. В меню есть полоса переключения опций самой игры. Полоса красного цвета, как мы видим. В версии Sega Genesis она синего цвета, но при этом по синей полосе летает белка Камикадзе. Анимация белки слева направо, как прям в игре. Она постоянно курсирует туда-сюда, туда-сюда. Смотрится это очень красиво, но в версии Super Nintendo почему-то это убрали. Вот. Далее переходим к игре. Мы летим на самолетике, нас подбивают, и мы падаем на вполне, так сказать, обитаемый остров. Первое отличие. Обратите внимание, самолет упал, кадр стоит на одном месте. Задняя хвостовая часть самолета с изображением японского флага в версии Sega Genesis присутствует. В версии Super Nintendo, когда самолет упал, при падении не видно самого хвоста самолета. Он почему-то не появляется здесь. Далее, если вы обратите внимание на кабину пилота, она чуть шире по размеру. И лобовое стекло немножко длиннее. В версии Sega оно более суженное. Далее обратите внимание на задний ландшафт. Вы увидите солнце. Диск солнца отражает солнечные лучи в океане. В версии Sega Genesis солнце тоже светит, но лучи не отражаются, а отражается только водная гладь от солнца. Но при этом вы не видите солнечных лучей. Такой эффект есть только в версии Super Nintendo. Далее обратите внимание на прибрежную полосу. Вы, наверное, увидели, что вдалеке просто зона песка. Но если внимательно присмотритесь, увидите небольшие такие зеленые кустики. В версии Sega Genesis эти кустики больше по размеру, лучше прорисованы. И при этом они растут из таких небольших камушков. Здесь же камушки в этой версии отсутствуют. Едем дальше. Персонажи игры – краб и какой-то дядя, на голове у него какой-то вертолетик такой небольшой. Они более крупные по размеру, чем на версии Sega. В версии Super Nintendo они лучше прорисованы, более качественно и большего размера. Едем дальше. Обратите внимание на облака. Облака тоже другой формы, другого цвета и по-другому нарисованы. Далее, обратите внимание на жизненную энергию с буквами Z. В левом нижнем углу анимация не работает. То есть она есть, но она статична. Но на самом уровне, вот смотрите, видите, я буковки собираю, они крутятся. В версии же Sega Genesis не только буквы собираются и крутятся на самом уровне, но еще и крутятся в левом нижнем углу жизненной энергии
Белочки камикадзе. Едем дальше. Дальше мы добираемся до такого мини-телепортатора. С помощью резиновой лягушки-надувателя мы попадаем в такую небольшую пещерку. Обратите внимание, окантовка пещеры коричневато-белого цвета. В версии Sega Genesis внутренняя окантовка пещеры полностью синего цвета. Дальше мы спускаемся вниз и возвращаемся к эпизоду с пальмами, висящей картиной с воздушными шарами и небольшой речкой, в которой плавает электрический угорь, которых я только что накрутил. Обратите внимание, корзина привязана двумя шарами. Оба шара синего цвета. В версии Sega Genesis один шар красного цвета, другой шар синего цвета. Почему нельзя было сделать в Super Nintendo хотя бы, к примеру, какое-то отличие, да, там синий, к примеру, и зеленый? Этого непонятно. Разработчики-то считали, что так будет круче. В принципе, смотрится хорошо. В целом, анимация очень хорошая. Я бы сказал, такие приятные рисованные тона. Хотя на Sega эта игрушка ничуть не хуже. Вот. Но на SNES она круче своей музыкой. Прорисовкой более интересной и некоторыми другими эффектами выглядит. Далее есть такой интересный момент, который в итоге оказался фейком. На некоторых зарубежных сайтах есть такая информация, что когда вы проходите второй уровень Beach 2, пляж, убиваете всех врагов, собираете все предметы, находите все жизни, возвращаетесь обратно ко второму чекпоинту, то у вас должна открыться какая-то секретная дверь. Типа вот как мы заходили вот в эти параллельные такие небольшие бонусы, где можно было собирать всякие жизни. И там якобы вы встречаете знакомого своего какого-то родственника или персонажа, который имеет отношение к белке камикадзе. Этот персонаж должен вам дать копье под названием Зодиак. С помощью этого копья можно усилить энергию и живучесть своего персонажа. Но в итоге этот эффект оказался фейком. И его нету ни в версии Sega Genesis, ни в версии Super Nintendo. Вот так нас обманули. Обратите внимание на видеокамеру, которая сейчас висит над моей головой. В версии Sega Genesis камера убивается 4 раз. В версии Super Nintendo либо с одного, либо с двух. В данном случае я ее с одного раза убил. Игрушка великолепна, в нее можно играть. Ну, тот, кто в нее вообще ни разу не играл, и кто любит игры 90-х с 2D-скроллингом, оценит это по достоинству.